Вспышка кори в Одессе связана с небольшим процентом вакцинированных. Напомню, уже более 1000 больных обратились с этим диагнозом к медикам. Врачи зарегистрировали 5 смертей, 2 в апреле и еще 3 за последний месяц. Вспышка связана с низким охватом вакцинации. Она связана с тем, что родители отказываются от прививок. Предотвратить ее можно только путем своевременной вакцинации. Привиться можно в любом медучреждении города. По словам медиков, европейской вакцины хватит всем. Ее цена около 250 гривен. Вакцинация делается не единожды. Согласно нашему календарю национальному, вакцина от кори делается 2 раза в жизни. Первый раз в 12 месяцев и второй раз в 6 лет. То есть если человек получил 2 вакцины от кори, он считается на всю жизнь защищенным от этого заболевания.